Ну, худвоебинов пускай воспевают в Поднебесной, остальных тоже по месту жительства, а наших после погромов в эстонском посольстве воспел мой друг, поэт-правдоруб Игорь Евтенев. Седлайте, ребята, мохнатых коней, хорош по подвалам дрочить. Настала пора нам горячих парней в их теплых сортирах мочить. Пусть ветер балтийский с размаху в лицо нам пеной ударит пивной. Зажмем супостатов стальное кольцо, рукою задушим стальной. Лихие для них наступили деньки, пора попряжать их чуть-чуть. Мы долго сквозь зубы глотали сырки твои, белоглазые чуть. Давили сметану жирной твоей, томились под гнетом твоим. Так выпей, товарищ, и снова налей, уж мы за страну постоим. Товарищ, геройское время грядет, суровых кровавых боев. Нас Миша Леонтьев в поход поведет, помашет нам вслед Соловьев. Кремлевские звезды героев манят, сказать бы вернее монет. Сурковские бабки в кармане звенят, и слаще той музыки нет.